Жилой комплекс «Видный» был построен 7 лет назад, но полностью заселился значительно позже. Один застройщик обанкротился и заканчивал строительство уже другой. Естественно, и инфраструктура здесь была не самого лучшего качества. Но в этом году все изменилось. Реконструкция здесь была сделана в рамках губернаторской программы формирования современной комфортной городской среды. Прежде всего обновили дороги, сделали широкий выезд к Белокаменному шоссе. На пути к автобусной остановке теперь появилась вот такая замечательная лестница. Раньше здесь были просто выступы в земле, подниматься или опускаться по которым было просто опасно. Теперь эта проблема решена. В местах пешеходных дорожек бордюры утоплены, что удобно и людям с ограниченными возможностями здоровья, и мамам с колясками. Вот с какой проблемой никогда не сталкивались местные жители – это парковочные места. Рядом с жилым комплексом находится большая парковка. Но все же приятно оставлять машину прямо под окнами и проходить до подъезда всего несколько шагов. Вдоль домов 1,5 жилого комплекса оборудовали дополнительные парковочные места. Раньше здесь даже газона не было, просто глиняная обочина. Действительно, сделано было немало, и все же местные жители отмечают ряд недоработок. Но обо всем по порядку. В жилом комплексе не функционировали мачты ночного освещения. Работы по их ремонту были проведены, но до сих пор света нет. Кое-где на мачтах даже отсутствуют лампы. Еще одной проблемой жилого комплекса было отсутствие детских площадок 2 года назад. И в этой области все решилось. Здесь было установлено сразу 3 площадки, но время и погодные условия, увы, делают свое дело. Оборудование на площадках в порядке, а вот резиновое покрытие на одной из них совсем износилось и требует замены. Обновленные пешеходные дорожки также имеют изъяны. Везде асфальт уложен практически идеально, но все же местные жители обратили внимание на один участок. Если присмотреться, здесь трава пробивается сквозь асфальтовое полотно. Несложно предположить, что здесь будет буквально через год. Для того, чтобы узнать, будут ли продолжены работы в жилом комплексе, мы связались со специалистами управления дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Ленинского муниципалитета. Контракт на установку искусственного освещения был заключен отдельно, дополнительно, он не входил в основной контракт на комплексное благоустройство. Работы по освещению будут завершены до конца текущей недели, подрядчик уже вышел и работает. На площадке резиновое покрытие будет установлено в рамках текущего ремонта. Таким образом, жители могут быть спокойны. Все работы будут сделаны еще до наступления осени. По адресу выезжали Максим Козлов, Александр Логинов и Сергей Ларин. Видное ТВ.